На 2 порции сбитня понадобятся вода, сахар, мед, специи, лавровый лист, кардамон и гвоздика, а также корица и имбирь. Засыпаем в горячую воду сахар. И как только закипит, добавим все специи. Кардамона идет всего 2-3 штучки. Доводим до кипения и варим на слабом огне. Минут 30, чтобы раскрылся аромат вот этих всех специй. Подаем сбитень в горячем виде. Рецепт сбитня. Добавьте в горячую воду сахар, доведите до кипения и добавьте специи. Варите сбитень на слабом огне в течение 30 минут. Подавайте в горячем виде. Готовим по проверенным рецептам вместе с опытными кулинарами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски программы.